Имба! 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 И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас в игре уже появились новые устройства, и я рад вам сообщить, что я нашел уже самую нагибаторскую пушку и самое нагибаторское устройство на нее сегодня. Поэтому просто смотрите и просто, я не знаю, что надо сделать сейчас вам, чтобы мы продолжали данную рубрику, данную вообще имбу. Я думаю, что это будет прям вот определенный цикл роликов, который будет посвящен именно самым имбовым устройствам, которые у нас сегодня вышли. Сегодня я одну имбу на стриме уже нашел и быстро иду записывать для вас ролик, потому что многие еще не видели эту пушку. И, блин, я вам просто говорю, на 100% это то устройство, которое 100% будут нерфить. Поэтому прямо сейчас, ребят, как только вы посмотрели данный ролик, когда вы поставили лайкос на него, когда вы подписались на канал, если вы еще вдруг на него не подписались, то обязательно подписываемся. Не забываем, ребятки, про это. То сразу берем и покупаем данное устройство. Это устройство на пулемет. И сейчас вы поймете, в чем его суть. Это просто жесть, что оно творит. Вот такое вот нагибаторское устройство. Сейчас прокручу вниз. Называется оно зажигательная лента. Модификация для любителей поливать противников пулеметным огонь, не отпуская гашетку. При перегреве от продолжительной стрельбы эти патроны воспламеняются и поджигают цель. То есть у вас получается жига на дальней дистанции. Это просто самая имба, которую я только мог видеть. И это, наверное, вот то самое устройство, которое мне сегодня на стриме принесло очень много положительных эмоций. Ребят, вы сейчас просто увидите, что оно творит в катке. Это просто нереальнейшая имба. И сразу вам скажу, что когда вы покупаете данное устройство, при том, что оно стоит всего лишь 60 тысяч кристаллов. Ребят, 60к, это для такого устройства, это такие копейки. Сразу берете резист от жиги. Это вот прям главное, что вам надо сделать перед тем, как зайти в катку. Нагибает оно, ну, по сути, в любом режиме, но, наверное, я пойду в какую-нибудь ТДМ-очку, наверное. Хотя, ну, давайте просто нажмем быстрый бой. Надеюсь, что меня закинет на какую-нибудь побольше карту, потому что чем больше карта, тем больше актуально данное устройство. Но хотя, по сути, оно даже в любом режиме будет нагибать, потому что я сейчас играл и в штурме, и в точках, и в других всяких нагибаторских режимах. Ну, хотя меня закидывает не на самую, конечно, большую карту. Но я надеюсь, что даже на этой карте оно сейчас будет показывать просто свою мощь. Короче, в чем тактика, ребят? Первое, что вы прожимаете. Первое, вы всегда прожимаете ДАшку. Потом прожимаете нитру. И как раз, когда у вас полный баллон уже пушки раскрутился, вы нажимаете ДДшку на самое нужное время. И что вы делаете? Даете чуть-чуть урона танку, и он начинает гореть. Просто чуть-чуть урона танку, и он горит. Просто даже не надо бить, ребят, по одному. Вот не надо бить, не делайте глупостей. Вам надо просто вот нажали на пробел, начинаете дамажить одного, дамажите второго сразу, дамажите третьего, дамажите четвертого. Они все горят, ребят, вы просто не понимаете. Это такая имба, я не понимаю, как можно вводить в игру такое устройство. У меня просто, вы не представляете, как у меня переполняют эмоции, потому что это самое, наверное, крутое устройство, которое я мог видеть вообще в игре. Если я найду имбу лучше данного устройства, ребят. И, кстати, ребят, пишите в комментарии, какое устройство вы хотите видеть следующее. Потому что мы будем тестировать. Я думаю, что все даже устройства, кристаллы у меня есть. Мы будем все тестировать, поэтому пишите в комментарии, какое устройство мы будем тестировать следующее, ребят. Если я сам не найду следующую имбу, то я буду выбирать из комментариев, ребят. И как только на данном ролике, ребят, наберется 50 лайков, я сразу, короче, записываю новый ролик с новым уже устройством и с новой имбой. Потому что, ребят, я вам серьезно говорю, вы обязаны купить данное устройство. Вот я уверен в том, что многие сейчас смотрят ролик и думают, блин, да, оно крутое, но его занерфят. 100% его понерфят. Но вы должны почувствовать этот кайф. Вы просто обязаны почувствовать. Вот я, ребят, сыграл одну, ну ладно, полторы минуты. 150 опыта за полторы минуты. Вы просто понимаете? Это при том, что меня закинуло на маленькую карту, и где меня реально бесит. То есть мне не дают свободно играть, я не могу даже раскрутить свою башню, пока... Пока, ну, блин, я только респанулся, уже схавал аптеку, и только сейчас раскрутил башню, и уже задамажил двоих. Просто, ну, вы просто не представляете. Такая
имба. Такое вводить в игру, я не понимаю, что было в мыслях у разработчиков, когда они вводят такое. Вот просто такое вводить в игру. Но это очень круто. Это просто непередаваемые, ребят, ощущения. И, наверное, я никогда с такими эмоциями не записывал для вас ролики, но это что-то с чем-то. Это новые устройства, которые сегодня вышли, и я уверен, что есть много таких интересных устройств, которые реально нагибают, на которых реально можно круто поиграть, понагибать. Но вот это устройство, которое я нашел сегодня, потому что с ним даже есть еще определенный баг. Возможно, в каком-нибудь другом ролике я расскажу про баг с данным устройством, но пока я буду его, можно таки сказать, в какой-то степени хранить в тайне. Для всех тех, кто смотрел ролик с багом 25-ки, вы уже понимаете, почему я храню это в тайне. Ну, в этом всем есть, конечно, свои выгоды, ребят, поэтому я не вижу смысла сейчас рассказывать об этой всей фишке. Но, наверное, эта карта не самая подходящая для вот именно данного вооружения. Хотя вон против парень тоже уже шарит и тоже играет на этом вооружении. Я думаю, что если реально я не найду для себя лучший имбу, и реально это будет самое крутое устройство, которое в принципе сделали, то в скором времени мы увидим очень много пулеметов на картах. И все эти пулеметы еще при этом будут играть с резистом Аджиги. Поэтому, ну, будем смотреть, ребят, серьезно, как все это будет продвигаться. Но это самое, наверное, то устройство, на котором надо набивать звезды. Это, наверное, в 99% беспроигрышный вариант по набитию звезд. Потому что, ну, серьезно, я купил это устройство, я сыграл 6 боев, и это были 6 из 6 на первом месте. При том, что я играл в CTF, я не поставил ни одного флага. Я играл в ESL, я играл тупо на киллы. Я играл в CP, я играл, ну, на точках, но я тоже... Там просто такой отрыв вы делаете, вы просто не представляете, как вы отрываетесь при этом. Это непередаваемое ощущение, это очень круто. И реально вот... Вот именно такие, наверное, обновления приносят мне очень много положительных эмоций. Вы многие спрашиваете на стримах меня, почему ты до сих пор играешь только в ТО, почему ты не играешь в какие-то другие игры. Вот, наверное, ребят, потому что вот бывают у нас такие крутые обновления, потому что у нас появляется много таких вот интересных реально вещей. И это реально прикольно, я реально могу выразить респект разработчикам за то, что они делают в своем роде реальный прорыв в какой-то степени, потому что, ну серьезно, после Energizer'а я серьезно думал, что у данной игры продолжения нет. Но они мне с каждым новым обновлением, вот даже с этим обновлением, они мне показывают и доказывают то, что реально есть годные у них мысли, реально есть годные обновления, которые они делают и выпускают. И за это я им могу только выразить реально свой респект. Конечно, никто из них не посмотрит мой нагибаторский ролик, но... Я говорю это, ребят, чисто вот от сердца, от души, не знаю, но это реально круто, это реально то самое, наверное, нагибаторское чувство, нагибаторское обновление, которое приносит не только положительные эмоции, но и вообще показывает то, что у данной игры есть еще будущее, хоть какое, но оно реально, ребят, есть. И кто-то говорит, что сейчас у нас ТОшка умирает или еще что-то в этом роде происходит. Ребят, поверьте мне, если вы даже давно не заходили в игру и не понимаете, что происходит, это, наверное, то самое чувство, когда вам даже стоит, я бы даже вам посоветовал бы зайти в игру, купить данное устройство и просто попробовать поиграть, и вы поймете, что это очень круто. Да, в какой-то мере это имба, которая будет пофиксена через какое-то время, но надеюсь, что она будет пофиксена не через, условно, там, неделю, две, но, блин, хотя бы месяц, наверное, какой я поиграю. И уже завтра, ребят, после того, как выйдет данный ролик, я в катках ММ, когда буду набивать звезды, я увижу намного больше такого вооружения. Но, ребят, ну что поделать? Ну, разработчики реально делают такое обновление, реально заставляют всех, ну я не скрываю, ребят, это вы обязаны просто это приобрести, обязательно должны купить данное устройство и обязательно должны на нем поиграть, потому что это реально очень круто, это реально прикольно вообще, в принципе, на всем этом играть. Ну и, конечно, ребят, я бы вам посоветовал, безусловно, тяжелый корпус. Для того, чтобы как можно дольше жить, хоть и в такой вот катке, например, я набил 500 опыта, да, это круто, но по сути я не раскрыл сейчас на полную катушку эту пушку, возможно мы сейчас, нет, я думаю, скатать еще одну катку, я думаю, что никто не захотел бы посмотреть, как я гоняю еще одну катку на данном нагибаторском устройстве, хоть оно реально имбовое, но...
Оно, наверное, для таких более больших масштабных карт. Вот песочек меня закинули, я решил даже не менять карту. Решил не тратить на это время, потому что, ну, реально, эмоции у меня накопились. Стрим, как только закончил, сразу для вас побежал записывать этот крутой ролик. Поэтому я уверен в том, что вы обязаны поставить лайкос на него. И как только я сказал, как только, ребят, у нас на нем наберется 50 лайков, это очень небольшое количество, я сразу делаю новый ролик с новой имбой, я покупаю ее, тестирую, показываю, что реально еще крутое есть, потому что многие ребята еще даже не в курсе о данном устройстве, вообще, что оно такое имеется, что оно реально настолько жестко нагибает, ребят. Поэтому поверьте мне, купите, попробуйте, и вы точно не ошибетесь, вы точно увидите, что это реально очень крутое устройство. Вот, ребят, ну что я делал? Я ничего не делал, по сути, на карте, но я набил 540 опыта. 540 опыта. Просто за счет такого нагибаторского вооружения. Но это очень круто, ребят, поэтому прожимайте, ребят, лайкосик на данный ролик. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также, ребят, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики и новую нагибаторскую имбу, которая у нас уже скоро совсем будет. Это, ребят, наверное, тот самый ролик, с которого мы начинаем записывать новую, наверное, такую идею. Просто имба. Имба в игре. Что самое лучшее у нас есть на данный момент? Я записываю все для вас и все для вас рассказываю. Поэтому на этом, ребятки, все. Заканчиваем. Спасибо всем за просмотр данного ролика. Всем удачи, ребятки, и всем пока, друзья.